Книги с рисунками юных тюменских художников получили в подарок первоклассники городской школы номер 7. С новым этапом в жизни их поздравил секретарь регионального отделения «Единой России» Андрей Артюхов. Он сам бывший ученик этой школы и по традиции каждый год приходит сюда на праздник. Но я хочу вам пожелать быть уверенным. Я, конечно, очень рад, что в нашей области очень много и новых школ, но особенно много первоклассников. 23,5 тысячи первоклассников во всей Тюменской области. Слава Богу, у нас детей все больше и больше. Также за многолетний труд и профессионализм учителю математики Анне Турбиной вручили благодарственное письмо.